Здравствуйте, я Наталья Некрасова из автошколы машиновязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Бактус калейдоскоп. Сегодня у нас третья деталь, состоящая из двух частей. И, внимание, помните, я вам говорила, что периодически эти части будут как бы меняться местами. Так вот, если мы возьмем предыдущую, вторую деталь, вот это вот у нас два, вот это три. И посмотрим, здесь у нас было... Слева частичное вязание, справа мы закрывали петли на первой части. То теперь мы меняем местами закрытие и частичное вязание. Слева мы закрываем петли, а справа выполняем частичное вязание. То есть обратите внимание, это важно. Точно так же. Ну, здесь у нас, смотрите, если у нас со второй только строки начинается частичное вязание, значит мы провязываем первый ряд в сторону. Где будет частичное вязание, вот здесь вот хвостик. Второй ряд мы уже провязываем обратно и можем выставлять иглу в переднее положение. Здесь будет то же самое. Первый раз, первый ряд мы провязываем в сторону, здесь хвост нити. Второй ряд мы провязываем обратно и уже можем выставлять иглу в переднее положение. Набираем 75 петель, то есть там было 78, здесь уже поменьше. И еще раз. Открытые петли, если вы оставляли, у вас уже, наверное, столкнулись с проблемой, потому что количество петель внизу и наверху не совпадает. Но за счет того, что у нас деталь идет под углом, она практически имеет одинаковые размерности. Прекрасно садится на нужное количество игл. Поэтому сейчас мы с вами будем делать минимальную припосадку. На 75 игл набираем полотно и провязываем. Все по тому же алгоритму. Где-то частичное вязание, где-то закрытие петель. Первая деталь, первая часть соответствует первой. Вторая относительно центра соответствует второй. Изнанкой к себе навесили деталь на иглы. И провязываете. Только теперь у вас уголок будет в другую сторону идти. Не пугайтесь, это правильно. Все, провязываете одну часть, потом надеваете на иглы. Изнанкой к себе вторую часть, провязываете вторую часть и получаем достаточно большой прирост полотна к бактусу калейдоскоп. Вяжем. Готово. Третья деталь. Первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. Вот так она выглядит. Вот наша половина и половина.